В Петропавловске произошло ДТП с возгоранием. Есть пострадавшие. Аварию устроили полицейские. То, что это учение, не сразу поняли даже опытные водители. BMW X5 без госномера. И москвич, госномер Татьяна 039. По сценарию BMW X5 не справляется с управлением на повороте и врезается в москвич. Машина переворачивается, два пассажира получают серьезные травмы. Хозяин джипа сбегает с места аварии, а чуть позже его автомобиль загорается. По иронии судьбы, тот же самый наряд пожарных уже тушил этот BMW 2 года назад. Тогда машина сгорела из-за короткого замыкания. Оба автомобиля в качестве декорации полицейские позаимствовали на штрафстоянке. Они не подлежат остановлению. Если машина загорается, то она сгорает буквально за несколько минут. То есть в течение 5-7 минут автомобиль сгорает полностью, остается только кузов. Ну, потому что используются материалы, ну, пластик и так далее автомобиля. Поэтому в случае ДТП, если произошел пожар, то есть очень мало времени на реагирование. Результатами своей оперативности сотрудники экстренных служб довольны. С начала года на дорогах Северного Казахстана произошло более 70 аварий. 14 человек погибли.